Друзья, намасте, всем привет! Меня зовут Анна, и я сегодня решила сделать интересный расклад на период с 26 июля, что нас ожидает, по 12 августа. Почему именно эти дни? Дело в том, что в эти дни открываются звездные врата Льва, и 25 июля у нас новый планетарный год, поэтому очень интересно узнать, что же ждет нас в этот период. Известно, что звездные врата Льва для каждого человека знаменуют какой-то новый уровень сознания, новый уровень развития и, конечно же, поддержка высших сил. В этот период от высоких вибраций можно почувствовать какие-либо недомогания сверхчувствительным людям, поэтому рекомендуем больше чувствовать свое тело, больше отдыхать на природе, отпустить все старое, ненужное. Ожидаем новых отношений, больше вовлекаемся в творчество и завершаем все ненужное. 25 июля – это день вне времени, планетарный Новый год, поэтому в этот день желательно еще корректировать свои планы, цели и желания. В этот период произойдет много каких-либо осознаний, поэтому важно эти осознания записывать, свои инсайты, и пропускать через себя. Конечно, реализовывать их пока не стоит. Лучше подумать, сконцентрироваться на чем-то хорошем, а не на негативе. И эти планы после продумывания только уж потом реализовывать. Итак, давайте сейчас выберем, какой камушек вам больше всего приглянулся. Сегодня у нас соколиный глаз и красная яшма. Для тех, кто выбрал соколиный глаз, первое, что хочется отметить, это камень планеты Кету, который отвечает за ментал, который отвечает за в то же время высокую интуицию, магические способности, силу и уверенности в себе. Поэтому подключайте силу, слушайте свою интуицию. Возможно, что у вас будет много лидерства и развития умственных способностей. Можно сказать, что этот камень считается оберегом дома от сглаза и темных сил, открывает ясновидение, поэтому прекрасный камушек для тех, кто выбрал его. Посмотрите на его переливы, очень красивые. Итак, что нам предвещает карта? У нас сегодня колода 78 дверей. Для тех, кто выбрал соколиный глаз и камушек и колоду карт, смотрим, у нас выпал король кубков. Король кубков — такой себе мужчина, видите, который очень образованный, творческий человек, судя по всему, видно. У него очень сильно развита интуиция и чувство юмора. Возможно, в этот период подключайте интуицию, период этому сопутствует, очень включайте гибкость. Подключайте эмоции, но не забывайте, что необходимо все-таки иногда и заземлять свои какие-то фантазийные мысли. Как рекомендация для тех, кто выбрал эту карту, смотрим колоду «Магические послания богинь Дорин Вирчи». И для вас рассказывает богиня Маат, которая отвечает за справедливость, что все ваши проблемы в этот период разрешатся по справедливости. Это египетская богиня честности, защиты. Возможно, она поможет защитить ваш... Обращайтесь к ней. Возможно, она поможет защитить ваш бизнес, поможет во взаимоотношениях. Призывайте ее, чтобы освободиться от чувства вины и обиды. Возможно, они у вас накопились, поработайте с этим. И золотые врата Льва должны пройти для вас спокойно и гармонично. Итак, для тех, кто выбрал камень красную яшму,
Красная яшма – это камень заземления. Не забывайте бывать чаще на природе, ходить босиком. Это камень-берег для женщин, которые выступают берегинями своей семьи. И этот камень поможет сгладить все негативы, вобрать в себя негативы, которые были посланы, например, на вашу семью. Считается, что это камень защиты семьи для тех, кто впадает в депрессию, кто находится в стрессе. Но сейчас многие в стрессе, рекомендуем носить этот камушек в качестве ожерелья. Этот камень также влияет на женское здоровье, на кроветворение, сердечно-сосудистую систему. Камень прекрасно носить при таких проблемах, ну и особенно женщине. Карта, которая выпала у нас, Таро 78 дверей для всех, ох, замечательная карта звезды, это старшие арканы, карта бесконечности, высшего разума, карта творчества, высоких амбиций. Удовлетворяйте свои амбиции, свои творчества, если у вас есть какие-либо, вы хотите творческие начинания какие-то, обязательно стоит их реализовывать. Например, вы хотите рисовать, вышивать, шить. Для женщин это будет потрясающе, для мужчин это открытие интуиции и тоже каких-либо творческих способностей. Для тех, кто выбрал эту карту, это, конечно, будет период романтических отношений, вдохновения, также развитие магических способностей и усиление интуиции. Какой же ждет вас совет от богини Дорин Вирче? Какая богиня Кали? Конец и начало. Нужно освободиться от старого, чтобы могло появиться новое. Для всех тех, кто в этот период выбрал эту карту, для тех, кто ждет новое, освобождайтесь от старого, расхламляйтесь. Это всегда помогает. И не забывайте, что жизнь циклична. Где есть рождение, есть смерть. Собственно, за это и отвечает богиня Кали. Она отвечает... Это богиня Кали – это богиня природа. Богиня, которая помогает выйти из зоны комфорта через боль, я бы так сказала, чтобы достичь хорошего результата. Поэтому ставьте цели, не бойтесь преград, вы обязательно справитесь с этим, богиня Кали вам поможет. И не бойтесь боли, еще раз вас прошу. Потому что через боль, через препятствия всегда получается отличный результат. Вот такое вот у нас было послание от богинь и от Таро 78 дверей для тех, кто выбрал камень Соколиный глаз, либо Красную яшму в период, и действует этот расклад в период с 26 июля по 12 августа, период, когда открыты звездные врата льва, звездный золотой период. Удачи вам, счастья, подписывайтесь на мой канал, буду рада вам помочь. Всего самого хорошего и всех вам благ.